Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 2, вопрос 661. А вы уважаете патриарха Алексия как человека и как священника? Или он для вас еретик? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Уважать мне его совершенно не за что, и поэтому я его глубоко не уважаю, как за его прошлое, товарища Дроздова, сотрудника КГБ, так и за настоящее, когда он не обличал ни Горбачева, ни Ельцина, ни Путина. Он не печалуется за народ ограбленный, обескровленный, как делал Иоанн Златоуст, Исаакий Далмацкий, митрополит Филипп Колычев. Но если бы он приехал к нам, то я бы оказал ему всяческую честь, чтя его сам, подошел под благословение. Я мало знаю его и не знаю, даже крещен ли он в полное погружение. Положение его ужасно, я стараюсь следить за всеми его передвижениями и читаю его речи. Это просто скучный номенклатурный чиновник, слова его мертворожденные, никого не зажгут, и стоит он в окружении архиереев, и так это напоминает выставку народного творчества по продаже старинных плетеных корзинок. В нем нет ничего апостольского и пророческого. Моя душа не тянется к нему, я ничего не теряю с его смертью. И думаю, что о нем, как о патриархе Пимени, никто плакать не будет. И забудут, как нашего епископа Антония Барнаульского и Алтайского. У него все и всюду было схвачено. Заключены договоры с главами администрации и с военными. Но вот внезапно, как ветром сдуло с крыши, я его еще и не нахожу даже малого напоминания о нем ни в мирской печати, ни в епархиальной. Теперь та же мошкара кучкуется вокруг нового епископа Максима, как ночные сычи отталкивают друг друга, рвутся поближе к столу. Когда знаешь истину, то на все это смотреть просто гнусно. Как сказал Прокол Златоусту, «Разгони жезла, владыка всех». Патриарх Алексий, ставленник мирской власти, антиканоничен, полностью погряз в сатанинском экуменизме, не учит людей прямо по Евангелию и контроля над ситуацией в церкви не имеет никакого. За что же я его должен уважать? Одних средств, сколько тратится на его охрану и передвижение, если бы на эти деньги да отправить миссионеров православных по стране.